Симферопольские власти отреагировали на проблемную ситуацию в районе улицы Нестерова. Не стоит скрывать, благодаря корреспондентам телеканала ИТВ. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма направило в адрес городских исполнителей дело по ликвидации стихийной свалки. Административное расследование, которое проводилось профильным министерством, не помогло поймать нарушителя, который регулярно свозил на улицу Нестерова строительный мусор. Ежедневно, по информации Минприроды, на место приезжают инспекторы. Отходы на свалку уже не завозят благодаря вмешательству администрации соседнего автосервиса, которая установила перед свалкой бетонные блоки. Власти Симферополя занимаются уборкой, сообщает замглавы администрации города, курирующий сферу ЖКХ. Сегодня туда выезжали специалисты. Большая часть свалки уже была ликвидирована теми, кто ее и организовал. Собственно, там ведется строительство частных домов. И многие, кто из тех, кто там строил, они организовывают эту свалку. Большая часть свалки там ликвидировано, все остальное тоже будет ликвидировано в ближайшее время. То есть там сейчас уже таких навалов нет. Те, кто организовывает, конечно, будут привлечены к административной ответственности, безусловно.